Вы получаете новое знание о том, что ваше сознание не рулит мозгом и что все делает мозг. И дальше вы, как обычно, используете это знание в качестве объяснительной модели. Вы снимаете с себя ответственность и говорите, ну, моему мозгу надо подумать, ну, моему мозгу надо сделать паузу, скушать твикс. Мы начинаем использовать знания, которые получаем, как объяснительную модель. Объяснение – это… Это у нас с вами вот эти вот искусительницы. Как только вы нашли объяснение, вам становится удобно с самими собой.